Мне 33. Клянусь Аллахом, стыдно говорить, сколько я выучил из Корана. Клянусь Аллахом, стыдно сказать. Отведи меня в сторону, скажи, Хелблс, любишь Коран? Астагфируллах, брат, о чем речь? Умру за Коран. Правда, что ли, болтун? Серьезно? Ты знаешь те же 5 сур из Корана, которые ты выучил, когда тебе было 6. Еще Аллаху Алям, правильно ли их читаешь? У тебя 30 лет за плечами, а ты больше так и не выучил ни одного аята. И ты собираешься петь мне песни о том, как ты любишь Коран. Брат, смотри, ты не передо мной предстанешь, а перед Аллахом. Нет, правда? Так что не думайте, что рак для каждого обязательно будет благом. Брат, рак это хорошо. Это дает время и шанс покаяться. Да, я бы хотел заболеть раком. Аллаху Акбар. Посмотрите, какие мы высокомерные.